Словак еще и уходит от Дюпри, который просто выходил только сейчас через коннектор. И уже хороший тайминг работает в пользу команды Na'Vi. Да, красиво скрутил ногу Guardian, но в итоге сейчас могут быть проблемы. У Na'Vi Flame падает, ситуация 3 в 3, Astralis начинает заходить на плент. Смок лежит довольно удобный для того, чтобы вставить бомбу. Guardian делает минус по Дюпри, ситуация 2 в 2. Guardian! Ой-ой-ой, я не узнаю Словака. Минус 3, Xipix, ситуация 1 на 2, это, конечно же, клатчер команды Astralis. И выпад на Guardian, тот минусует и его. Это монстр-килл, Владислав Ковач. Первое очко для команды.